Два приятеля рассказывают один другому. Пошел я, говорит, как-то со своим боссом на охоту. Ну и, значит, из кустов вдруг выскочил дикий огромный медведь и набросился на моего босса. Я понял, что это мой шанс доказать, что я чего-то стою. Я вскинул ружье, выстрелил, ну а медведь уже утащил его в лес.